Это деревенский музей в деревне, в турецкой. Здесь выставлены орудия труда, можно сказать, исторические, со времен, наверное, 50-х-60-х годов, или, можно сказать, по-советски колхоз, совхоз. Сейчас мы пройдем, посмотрим, что тут вообще есть. Это, походу, плуг какой-то. Там седла. Это вот женщина пашет. Коровки. Там корзины. Телега с корзинами. Плуги различные. Естественно, уже давно вышедшие из строя. Здесь мы видим мужчину, тоже пашущего. Различные колеса, плуги. Здесь тоже, вот это я не знаю, что такое. Вот это что за две доски? А вот одна с камнями, здесь вот с прорезями. Можно их увидеть. А здесь уже внутри камни. Скорее всего, наверное, пашню равняли. Интересные различные орудия труда. Вилы деревянные. Вот здесь то же самое. Интересный такой музей. Это местные жители, турки, сами собрали и организовали. Сюда иногда приезжают туристы. Еще одна композиция. Здесь быки тоже пашут. Ну, вот такой вот небольшой музей. Там мы вдалеке видим разваленные дома. Здесь очень-очень много разваленных домов. Ну, в принципе, все, наверное. Это тоже продолжение музея, только здесь уже другое направление, более, наверное, кухонное, можно сказать. Это вот различные ложки, плошки, поварёшки. Естественно, это уже не используется. У нас есть сейчас современные, но оригинальные тоже можно увидеть. Ну, вот это жернова, это уже понятно, здесь муку мололи. Это в печку совали, можно сказать, лопаты. Даже для птички есть клетка. А на этих железных пластах делали хлеб, то есть лаваши. Доисторические сито. Это, наверное, бочки для солений. Различные крюки, скорее всего, для мяса. Весы даже интересные есть. Да, это тоже весы.
подсвечивает немножко. Это, по-моему, меха для печек. Для кузницы, скорее всего. Прялка. Кстати, не одна, а их несколько. Ну, это вообще огромная прялка. Если поменьше. Вижу рубанки. Ну, это инструменты, походу, по дереву. Ну и, конечно, как же без сундуков? Вот это я не знаю, что такое. А это звонки такие, то есть в дверь стучать. Здесь то же самое. Дверные ручки. Вот такие двери были интересные, вырезали. Вот двери различные работы. Вот некоторые двери по 100 лет, даже есть по 500. Вот интересная дверь. А это, походу, решетки на окна. Да, и вот это, скорее всего, решетки на окна. Вот здесь второй этаж. Пойдем на второй этаж. Вот здесь внутри уже помещение. Тут немного темновато. Здесь посуда различная, железная. Здесь одежда. Различные прялки, детские кроватки, это все для шитья здесь, ткани, а здесь уже пошла историческая техника, оружие. Телефоны, печатная машинка. Интересная система. Ну, это всем известные наши музыкальные радиограммофоны и так далее, пластинки. Ну, здесь уже понятно, что 80-х годов.